Продолжаем мастерить игрушки своими руками. Легко и быстро, может повторить даже ребенок. Как сделать простую и уникальную игрушку к Новому году? Смотрите мастер-класс далее. Друзья, давайте сделаем еще одну простую новогоднюю игрушку. Это елочка из ниток. Для этого нам понадобится заготовка из бумаги, достаточно плотной бумаги. Это будет служить каркасом для нашей поделки. Нитки, клей. Обычный канцелярский клей. Теперь сверху закрепляем пальчиками и начинаем заматывать. Лишнюю часть мы отрезаем. Приступаем к самой интересной части нашего мастер-класса. Это украшение нашей елочки. Буквально за одну минуту мы украсили нашу елку и сделали нашу игрушку буквально за 5 минут. Наши игрушки на елке.